у беса нету больше сил. Он разжигал дрова три раза и, наконец, не выдержав, спросил: ты почему ж не варишься, зараза? Не выдержал и жалобу черкнул: но материал не варится и точка. Я эту заразу не пойму. Не тело, а материя сверхпрочна. В аду кипит котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник. В аду кипит котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник. Во-первых, не зараза, а философ. Лукаво грешник улыбался. Ты прочитал бы лучше гад Спинозу и гуманизма у него набрался. Всевышний беса стал бронить и в резолюции оставил строчку: в аду философов не надо наварить. И послюнявив карандаш, поставил точку. В аду кипит котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник. В аду кипит котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник. Котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник. В аду кипит котел от дров, готов на всякий случай кипятильник. В котле сидит философ королем, и хоть бы что ему, он именинник.